Yeah.
работаю. Когда он даже на работе прячешься. Надя, молодец. Колечко-то тоже моряки? Продается? Зарабатывает. По наследству отдается. Спасибо большое. Thank you.
И я просто уверена, что каждый из вас сделает еще очередную звезду, очередной красный пиджак, очередной элементарно бонус за заказ. Потому что вот о каждой говорить готова. Каждая уникальна просто. Татьяна, 7 звезд. 7 звезд сейчас. Не буду делать. Как конец месяца у Татьяны раз заказ. Это просто фантастические люди. Татьяна, выйди, вторая Татьяна. Татьяна, а это мой, это моя гордость, это мое вот просто не знаю. Я же шмели получала, и в один прекрасный день говорю, да что это такое? Хочу, чтобы в команде был шмель. Вот вы знаете, слово настолько притягивает людей, и у меня появилась Татьяна, которая за первый год в компании выполняет шмеля. За второй год выполняет второго бриллиантового шмеля. Ну, не уникальный человек. Ну и, смотрите, автор наших вот этих потрясающих роликов, супруг Татьяны, за спиной каждой успешной женщины стоит любящий, понимающий, вдохновляющий. Не мешающий. Алексей, вот это самое главное. Я всегда говорю, не надо мне помогать. Вы мне не мешайте. Вы мне просто не мешайте, и я сделаю все, что угодно. Анечка, молодец, что приехала сюда. Новичок в компании. И у тебя столько впереди подарков, столько дверей перед тобой открыто. Какая ты молодец, что приехала на это мероприятие. Наташа, и красный пиджак, и главный организатор, и просто вот слышащий и понимающий человек, гениальный организатор, гениальный привлекатель, умничка, там кто прячется, Танюшка. Танюшка у меня это хозяйка предприятия, не предприятия, хозяйка класса на предприятии. И просто очень хороший помощник. Эльвира, одна из первых клиентов в 30-й школе. Как только я приехала сюда, сразу вот Эльвира тут как тут. Викуша. Вика, сама элегантность, сама утонченность. Вика, столько лет с нами. Спасибо тебе, что ты столько всего. Она второй раз стала мамочкой, и как на какое-то время ушла, а сейчас она опять с нами. Викуша, я тебя поздравляю, спасибо, что ты с нами, впереди у тебя очень много подарков. И Леночка тоже самое, Лена опять с нами, я этому очень рада. И у меня сегодня предложение, те, кто подпишется, вот есть же здесь кто-то не подписанный, те, кто подпишется за эти последние 3 дня, получит в подарок от меня бархатные ручки. Те, кто подпишется из присутствующих, те, кто еще не подписаны. А те, кто активно у меня работает, сотрудничает, тех ждет подарок за еще один заказ вот за эти 3 дня. Где шантаж? Где шантаж? Честная сделка. Вы помните, да, а что если подарок, на нет ответ, а что если подарок, а что если еще что-то, какие-то возможности, возможностей есть много. Спасибо большое, низкий поклон вам, моя команда, спасибо вам огромное. А я хотела просто, поблагодарить членов моей семьи, потому что это те, которые не только не мешают, они очень активно помогают. Это самый лучший в мире сын. Спасибо большое, что ты мне помогаешь. И я очень надеюсь, что твоя избранная спутница будет тоже с нами и будет с нами сотрудничать. Я очень